На создание трафарета нас вдохновило искусство зинтангла. Зинтангл – это рисование различных мотивов, которые были придуманы художником и психологом одновременно. Это способ медитации. Поэтому рисуем мы, думаем о чем-то прекрасном. Рисуем сначала основные линии, которые будут задавать мотив рисунка. Они могут быть волнистые, прямые, они могут быть зигзагообразные, могут быть даже замкнутые. Так как у нас трафарет, не забываем оставить ту часть, которая не будет вырезаться. Первая часть рисунка закончена, ее нужно вырезать. Искусство зинтангла подразумевает собой рисование в квадрате, поэтому нам нужно закончить рисунок таким образом, чтобы читался квадрат. Чтобы рисунок не отпечатался на спинке изделия, прокладываем между полочкой и спинкой лист бумаги. Цвета выбрали летние. Губкой макаем краску. Убираем лишнее, губочка должна быть полусухая. И печатаем трафарет. Зинтангл – это способ медитации. Нарисовав его на футболке, ваши мысли всегда будут с вами.